Рано или поздно люди обнаружат нас здесь. И ты обязан был это предвидеть. Должны ли мы слепо идти за королем? Потакать его бездействию? Пора вернуться на землю. Мы прятались слишком долго. У нас есть законный дом. Будь мы на земле, у нас была бы чудесная планета для жизни и процветания. Ты предлагаешь предать своего брата. Ты предлагаешь измену. Его намерения тебе неведомы. Как бы то ни было, он опасен. Я предлагаю свободу. Свободу для всех сверхлюдей. И ты обратишь свой голос против единственного брата? Не дайте ему! Что за... Мы сметем всех, кто встанет у нас на пути! Мы – творцы своей судьбы! Представляет «Сверхлюди».